Карантин ввели в общежитии номер 9/2 СВФУ в Якутске. Такое решение принято после выявления коронавирусной инфекции у одного из студентов. Сейчас устанавливается круг его контактных лиц. Производится забор анализов у проживающих там 319 студентов и персонала. Также они будут наблюдаться врачами на протяжении 2 недель. В общежитии проводится санация. Приостановлено передвижение студентов внутри общежития. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в данном общежитии, питанием и медицинскими средствами. Студенты сразу после выявления на коронавирус забрали в больницу. Тут самое главное плохо то, что неизвестно, откуда именно он был контактирован с больным с коронавирусом, где заразился. Ну и сейчас мы выясняем. Но самое главное, студент говорит, что он выходил только в магазин, и тут непонятная ситуация, поэтому будем выявлять.